По мотивам автобиографического романа «Судьба» академика, заслуженного деятеля науки Узбекистана, лауреата Международной премии имени Аль-Хорезми, доктора технических наук, профессора Сарвара Кадырова. Первый узбекский легковой автомобиль «Сано», созданный академиком Сарваром Кадыровым. Автор сценария Зульхумор Салиева. Режиссер-постановщик Ибрагим Хамраев. Оператор-постановщик Сардор Анваров. Жить достойно. Девятая серия. Проходите. Здравствуйте. 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 Как вы сами? Все хорошо? Пожалуйста, присаживайтесь. А почему у вас радость такая? Айбек Кадырович, я с хорошей вестью. А что случилось-то? Совсем скоро ваши желания сбудутся. Такой хороший и добрый ветер дует. Я по поводу премии. Спасибо, но я перестал верить своим глазам. Ну что вы. Совсем скоро вы все увидите своими глазами. Главное, будьте уверены в себе. У нас попросили всю документацию на вас. Мы ее подаем. Всего доброго. Я пойду. Учитель. Вы заслужили эту награду? Хорошо. Когда получу, тогда и радоваться будем. А с такими темпами вот ты, вот как? Когда ты сдашь свою работу? Предисловие готово. Вот, посмотреть. Ну-ка, дай посмотрю. Так. А он свою кандидатуру предложил на академика. Теленок может только до кормушки добежать. Он не знает ничего о внутреннем рынке. Он не справится, я думаю. Каждый раз, когда мы так думаем о нем, мы ничего о нем не понимаем. А в этот раз мы должны быть бдительнее. Я это дело обязательно доведу до конца. Обязательно. Уничтожу его. Ну, и какой у тебя план? Он верит в то, что можно все получить добротой и правдой. Я не буду сидеть сложа руки. Нужно срочно написать несколько писем. Выиграем время. Как в индийских фильмах. Устарелый метод. Как эта женщина звали? Лола? И сын ее подрос. Может, этим парнишкой и воспользуемся? В день выборов возле академии устроим встречу отца и сына, а? Ну ты даешь. Голова у тебя работает. Не зря я с тобой сотрудничаю. Да. За все сделанное, наверное, награда будет. Сухая ложка рот дерет, говорит. Ты так думаешь? Да.
Иди. Быстрее начни все. Хорошо. Иди. Быстрее сделаешь, денег больше получишь. Ваши пожелания будут исполнены. Вот и хорошо. Будь здоров. Вы хоть тысячу раз отрицаете, но мы знаем, что отец вашего сына Айбек. И нет никакого полковника в армии. И вы у Айбека можете требовать элементы. Это мое личное дело. А вам что? Сын мой. И все проблемы, связанные с ним, принадлежат только мне. Я не вмешиваю свои личные дела чужих людей. Идите своей дорогой. Странно. Вам что нужно? Я что, должна переехать отсюда? Вы такая странная женщина. Отказываетесь от того, что принадлежит вам. Мы дадим вам большие деньги. Будущее своему сыну обеспечите. У того человека, которого вы так жалеете, дети живут в потрясающих условиях. Или вы не верите, что это его сын? Или вы в будущем надеетесь на его отцовскую любовь? Да никогда этому не быть. Лучше вы сейчас. Пожалуйста. Я прошу вас. Сейчас. На куске бумаги. Напишите. Мой сын. Атабек, сын Айбека Таирова. Вот и все. Я смотрю, вы ничего не поняли. Да, я ничего не подпишу. Идите отсюда. Ты вообще глупая женщина. Эту тему мы и без тебя решим. Решим. Об Айбеке, о его легкомыслии и незаконнорожденном сыне нужно собрать доказательства и организовать экспертизу. Эта женщина такая упрямая. Она по-хорошему не согласится. Ее сына Атабека надо подловить, посадить в машину. Возьмем его кровь и проверим. С ребенком не будет проблем, но вот Атабека, как его кровь взять? А как у него дела-то? Как он жив-здоров? Не торопитесь. Заберите заявление, через месяцев 6 попробуйте, говорят ему. Будет хорошо, если заберет заявление. Надо что-то делать. А пока давайте будем использовать мальчика. Такое ощущение, между Айбеком и Лолой ничего не было. Проделки одной женщины погубят 40 верблюдов, так говорит народ. Откуда тебе знать? Может, в тайне еще встречаются. Не зря же эта женщина со всей силой защищает Айбека. Может. Но мы следим за каждым шагом Айбека, и я заметил его тайные встречи. Любые. А это настоящая любовь? Тебе так не казалось? Этот Айбек и вправду очень везучий парень. Вот меня никогда не... Никакая женщина так сильно не любила. Даже жена живет со мной ради моих денег. А когда нет денег, за человека не считает. Это правда. А вот... Правда, да. Айбека любят сразу две женщины. Иногда становится так обидно на душе. Ай. Да ладно, не засоряй мозги ненужными вещами. Надо поторопиться. Иначе Айбек снова нас опередит.
Если он станет академиком, то мало кому он станет по зубам. Есть у меня идея. Отабек? Да. Подожди, ты домой? Да, домой. Садись в машину, дело есть. Ты можешь здесь сказать, чего хочешь? Ты боишься, как девчонка. Да чего мне бояться? Если не боишься, садись в машину. Надо решить одно дело. Доброе дело. Привет, парень. Здравствуйте. Здравствуй, как ты? Все хорошо? Ну, поехали. Этот человек, он решает проблемы Аральского моря. Он сам тебе все расскажет. Пожалуйста. Ну, слушай. Ну, братишка, ты же взрослый парень. И, наверное, слушал о том, как высыхает Аральское море. А там, где оно высыхает, образовалось много соли. Из-за этого у детей, живущих неподалеку, образовалось малокровие. Поэтому мы собираем у желающих кровь. И зад мне помогает собрать смелых, любящих свою родину парней, готовых помочь. И ты можешь это сделать? Когда и куда нужно поехать? Я же сказал, Отабек не откажет в помощи. Молодцы, отличный парень. Мы завтра утром заберем тебя из дома. Только поешь хорошенько. Если у вас нет больше ко мне вопросов, я могу идти домой? Да подожди, мы подвезем тебя. Спасибо, я недалеко живу, я сам дойду. Да подожди, ты маме не говори о подробностях, чтобы не переживала за себя лишний раз. Ты же знаешь, мама не всегда нас понимает. Моя мама всегда меня понимала. И сейчас поймет. Ты так думаешь, сынок, но мама всегда тревожится по пустякам. Да. Если скажешь, она может не разрешить. Моя мама никогда не запретит мне творить добро. Она знает меня лучше, чем другие. Ладно, как хочешь. Завтра утром мы за тобой заедем. Договорились? Да. Ну, держи 5. До завтра. Ну, пока. Всего доброго. Ну, давай, давай. Завтра увидимся. Эй! Если бы лаборант не подвел бы со своими делами, сегодня бы все решили. Если Отабек дал слово, он обязательно выполнит его. Я его знаю. Дядь, а вам еще нужны люди? У меня таких друзей очень много. Хорошо. Но ты подожди. Сначала с одним попробуем. Ну, хорошо. Потом и других возьмем. Договорились. Мам. Да. А почему вы так смотрите? Просто. Мам. Любуюсь. Я должен вам сказать, ну, точнее, хочу спросить разрешения. Только не отказывайте, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Ты ведь никогда не ставил условия. Хорошо. Если это хорошее дело, я обязательно соглашусь. Говори. На самом деле это не так важно. Да. Я ведь никогда без вашего разрешения ничего не делал, поэтому я спокоен. Ну, говори. Какое дело? Не томи, говори. Завтра я хочу сдать кровь для детей из региона Аральского моря. Откуда такое? В школе сказали? Нет, не со школы. Это ребята с... Так. Тренировки. Один мой друг попросил. Оказывается, у всех, кто занимается там спортом, они берут кровь. Отабек. Кто сказал? Кто твой друг? Дай мне его домашний номер телефона. Ну ладно, не знаешь номер, но адрес-то знаешь. Скажи мне. Сначала я поговорю с ними. Слышишь? Мама, ну почему вы так переживаете? Я же не маленький ребенок. Я и в фильмах видел, как люди сдают кровь для больных. Ничего с ними не происходит. Лучше бы я не говорил вам. Завтра перед знакомыми моего друга, пожалуйста, не говорите мне, что не разрешите мне этого делать.
Я не поняла. Какой еще человек? Кто был рядом с твоим другом? Что он тебе сказал? Ну-ка все расскажи мне подробно. Да что ж не так, мам? Ну почему вы боитесь? Он такой же человек, как и все. Так? Ну не только у меня, у всех будут брать кровь. Рядом с тобой были те мальчики? Нет, они сообщают каждому по отдельности. Меня встретили по пути. Отабек, ты завтра никуда не пойдешь. Я сама пойду. Мама, я же не маленький ребенок. Ну и без того Изад постоянно смеется надо мной. Девчонкой меня обзывает. Вы не понимаете. Сынок, дело не в этом. Я сама выйду к нему, понимаешь? Понимаешь? Мама, я уже взрослый парень. Ну почему вы всегда переживаете, всегда? Из-за меня, из-за мелочей тоже. Скажите мне. Вы что, меня украли у кого-то? Или я чужой ребенок? Чужой ребенок? Что ты говоришь? Откуда ты это взял? Ты мой сын. Мой собственный сын. Все мамы волнуются за своих детей. Все они такие же, как и я. Послушай, ни о чем не думай, хорошо? Думай только об учебе. Все остальные проблемы я решу сама. Только без моего ведома ни с кем не будешь встречаться. Делай только то, что я буду говорить. Если появятся какие-то вопросы, запиши в тетрадку. Потом я все прочитаю и решу. Если ты все понял, делай уроки. Не отвлекайся. Хорошо? Понял. Слушай меня, это очень доброе дело. Этим поступком ты спасешь жизни многих детей. Слышишь? Это опять вы? Да уж, я так и подумала. Что вы за человек? Вы вообще человек? Вы оставите меня в покое или нет? Тетя Лол, я ничего не понимаю. Ну, какие у нас планы? Послушай, сынок, это настоящий аферист. Он и тебя... И Отабека обманывает. У него совершенно другие намерения. Им нужны только деньги. Они ради денег готовы на любую подлость. Скажите, скажите сами ему, объясните. Ты че так кричишь? Че ты орешь? Сейчас народ соберешь и опозоришься. Слушай, женщина, не вмешивайся в мужские дела. Поняла меня? Меня послушай. Да если ты даже в небо улетишь. Да. Если ты сквозь землю провалишься, я тебя за ухо поймаю. Услышала, ты меня знаешь. Я все равно добьюсь того, чего я хочу. А вот с помощью этого парнишки я добьюсь, чего хочу. Я не допущу этого. Посмотрим. Тетя Лол, я ничего не понимаю. Ну что происходит? Пошли. Председателю комиссии поступило заявление от доктора технических наук Айбека Таирова. Он просит забрать документы, которые были предоставлены на конкурс, объявленный для подбора корреспондентов. Очень хорошо. Я думаю, мы с чистой совестью можем принять кандидатуру Айбека Таирова. На самом деле он звания академика достоин, но, к сожалению, сейчас осталось только место члена-корреспондента. Да. Вы, конечно, правы. Он, как ученый, является редактором образовательных книг и словарей на русском и узбекских языках, но вот его личность... А, простите, что с его личностью? Пожалуйста, будьте откровенней. Ну... Мы знаем, что у него есть незаконная жена и ребенок тоже. Да, вот так. Откуда вы берете эту информацию? Его жена ученая и кандидат наук. Простите, наставник.
Вы-то так считаете, но слухи ходят. Если вам это нужно, мы предоставим вам доказательства. Я не понял, что наш научный комитет стал проходным двором, чтобы вступал любой, кто считает себя ученым еще с плохой репутацией. Простите, кто? Кто это говорит? Почему вы всегда говорите от третьего лица? Но наставник, не зря говорят в народе, ель не сосна, шумит неспроста. Во, молодец. Член-корреспондент Академии – это не шутка. Поэтому каждую информацию о нем надо проверить. Именно, именно, обязательно. Хватит. Собрание закончено. Всем спасибо. Почему молчишь? Опозорили же. Да тише ты, слушай меня. Даст Бог, вы обязательно поправитесь. Спасибо. Лолопа, вы говорили, кроме сына никого не пускать. Пришла одна женщина, ее зовут Айдын. Пустить ее? Осторожно. Вот так. Да, пусти. Сейчас позову. Подождите. Да. Да. Я не очень страшная. Ну что вы говорите? Вы очень красивые. Позвать ее? Подождите. Там в шкафу у меня есть кое-что. Да, сейчас. Сейчас. Ну как? Получше? Ну что вы очень красивая. Вы очень милая. Да, эта женщина, она красивее меня, да? Какая женщина? Ну та, которая пришла. Вы обе красивые. Спасибо. Позвать? Сейчас. Сейчас. Я давно вас искала. Наконец, узнала, где вы. Хотела вас навестить. Спасибо. Ваш сын, как он? Спасибо. А как ваши дочки? Да-да, спасибо. Все хорошо. Айдын, пожалуйста, не стесняйтесь. Спрашивайте, о чем вы хотели спросить у меня. Лолохон. Я бы не хотела в такой ситуации говорить на эту тему. Очень неловко. Извините меня. Вам, наверное, известно, слухи распространяются со скоростью света. В общем, мой муж из вашей махалли, Айбек Акья, его кандидатура в списке претендентов на должность ректора –
Вам плохо? Нет-нет, все хорошо. Спасибо. Понимаете, Министерство высшего образования просто закидали письмами разного содержания. О чем они пишут? Они пишут, что у него есть незаконная жена и сын. Вы верите этим сплетням? После стольких лет совместной жизни? Почему? Я-то не верю. Но откуда эти сплетни? А вы сами верите своему мужу? Конечно, верю. Обязательно верю. Но подождите. Но почему вы тогда пришли ко мне? Лола, только вы можете остановить этот поток сплетен. Как? Послушайте, вы должны написать опровержение Министерству высшего образования. Вы должны написать: меня ничто не связывает с Айбеком Таировым. Я могу эти слова подтвердить любому человеку и в любом месте. Почему вы на меня так смотрите? Лола, вы мне честно скажите, у вас и правда ничего не было с моим мужем? Если когда-то что-то и было, я не собираюсь ворошить прошлое моего мужа. Я никогда и ни за что не буду бороться. Если Атабек действительно сын моего мужа, а он не признает это... Нет. Это не так. Ваш муж совершенно другой человек. Он никогда вас не предал. Поверьте. Почему вы говорите с такой уверенностью? Вы откуда знаете? Женщина понимает женщину, поверьте. Особенно та, которая прощается с этой жизнью. Такая заслуживает доверия. Не надо, не говорите так. Поверьте, в жизни происходят чудеса. Вы еще поправитесь. Надейтесь. Спасибо. Спасибо вам. Желаю вам здравия. Дай Бог, чтобы вы поправились. Атабек не сын Айби, как я. Правда? Правда. Ведь вы сами хотите в это верить. Спасибо вам. Спасибо.
много лет спустя. Да что же это за беда такая? Все награды и почеты только этому Айбеку. А обиды и упреки остаются нам, да? Мало того, что стал корреспондентом Академии наук, так еще и кандидатуру его поставили на имя ректора. Подожди, послушай меня. Кандидатура это еще не значит, что ректор. Все равно. На этот раз он нас опередил. Если его назначат ректором, в первую очередь он нас отсюда уберет. Знаю. Но в этот раз нужно точно воспользоваться ребенком. Как ты его найдешь, этого ребенка? Мать и дитя после того происшествия переехали куда-то. А куда? Я не знаю. Я отыскал их и нашел их адрес. Так. Они у бабушки в деревне. Ну и? Но его мать умерла от тяжелой болезни. Послушай, мы будем говорить с пацаном напрямую. Скажем ему, расскажем. Его отец Айбек Таиров, а никакой не военный. А потом? Потом приведем в институт. И там... Не знаю, не знаю. Я не успокоюсь, пока не сломлю этого Таирова. В Министерство высшего образования, заместителю президента, в другие инстанции отправишь письма, подпись подделаешь. Да все равно никто не проверит, верно? Верно, верно, конечно. Но надо же меры принять. Да молодец, молодец. Действовать нужно, да. Тот, кто хочет, все получит, говорят, я прав? Ну давай, за тебя. Хорошо. Хорошо. Молодец, я в тебя верю. Будет сделано. Ну давай. Эй, будь осторожен. Хорошо. Такое ощущение, что они все сидят и занимаются только тем, что пишут на вас донос. Суть всех писем – это ваша испорченная репутация. Вас обвиняют в незаконном браке и в наличии незаконного ребенка. Поэтому я прошу прощения за то, что вызвал вас и вашу супругу. Есть ли в этих словах правда? Они в письмах указали фамилию, имя и место проживания. Мы... Там названы Лола и Атабек. Вы знакомы? Лола и Айбек Акя жили в одной махалле. Они были друзья с детства. Дело в том, что ее муж был военным. И разъезжал по разным городам. Лола не могла его сопровождать. То есть у нее было плохое здоровье. Эта женщина... недавно умерла. Перед смертью она оставила мне письмо. Вот оно. Передаю его вам. Делайте сами выводы. Айденхан, мы с вами давно знакомы. Мои дни сочтены. Мой сын Атабек... очень одаренный парень. Отец у него военный. Я не смогла стать ему достойной женой. У него теперь другая семья. И вы, и Айбек Акя очень добрые люди. Помогите моему сыну стать на ноги, найти свое призвание. Пожалуйста, Лола. Подпись. Дата. И даже копия паспорта прикреплена. Айденхон, я знаю, что вы автомобилист. У вас есть даже титул почетного автомобилиста, насколько я знаю. Да, есть. Да. Из вас отличный адвокат получился бы. Те факты, которые вы привели. И те, кто вас обвиняет, теперь даже рта не откроют. Айбек Кадырович, вы знали про это письмо? Нет. Я не сочла нужным оповестить об этом мужа, потому что
Вам известно наше семейное положение. Вы, наверное, знаете, на днях у нас была большая потеря. Умер старший брат Айбекаке, Одлеке. Я в курсе. Значит так, сейчас рассматриваются кандидаты на место ректора автодорожного института. Здесь указано и ваше имя. Пока что об этом никому ничего не говорить. Конечно. В нас можете не сомневаться. Вы знаете, ректор – это очень ответственная должность. Кто-то ради своих личных целей жаждет этого места для безграничных возможностей, для того, чтобы властвовать. Но по-настоящему просвещенные люди понимают это как возможность внесения вклада в страну, чтобы из молодых сделать образованных, достойных своей отчизны людей. Тот, кто станет ректором, должен знать институт изнутри, как свои 5 пальцев. Согласен. Вы подумайте хорошенько. Да. А потом встретимся еще раз и обсудим все детально. Хорошо? Договорились. Спасибо вам. Быть добрым. Всего доброго. Будьте здоровы. До свидания. Всего доброго. Айден, у меня от всех этих проблем, я не знаю, голова кругом идет. Ну что вы говорите? Неужели вы думаете, что ваша жена так бессердечна, что попросит у умирающей женщины написать такое письмо? Я навестила ее в больнице, когда она лежала. Мы просто поговорили по душам с ней. Через несколько дней одна женщина принесла мне это письмо. Я очень счастлив и благодарен судьбе. Так должно было быть. Дорогой, давайте в эти трудные для нас дни будем поддерживать друг друга. Все ненужное будем считать второстепенным. Хорошо? Я очень счастливый человек.